Всем привет! Вы на канале Маша Лил Пи. И да, сегодня видео начинается необычно, как у меня в комнате, а в машине. Да, ребята, угадайте, куда мы едем? В Карелию! Знаете, сколько мы уже едем? Мы едем уже 4 часа, ребята. Это просто жесть, но нам весело, нам тут не скучно. Мы тут с братом едем, едим сухарики. Вот у нас тут сухарики, пепси. Кушаем. И когда появляется интернет, мы играем в игры, но он появляется очень-очень редко, к сожалению. Вот тут сидим, попыты кликаем. У нас, да, тут попыты есть, симпл-димплы. Симпл-димпл, нет попыт. Болтаем, музычку слушаем. В общем, у нас все очень-очень классно. Уже скоро мы приедем. Через сколько мы приедем? Мы приедем через 43 минуты. Ребята, ура, наконец-то мы приехали! О, свобода! После 4 часов в машине, конечно, встать и пробежаться, это просто самое нужное, что нужно сделать. О, смотрите, это бабочки! Или это кто? Это какие-то жуки или что это? Ребят, это ура, наконец-то! Сейчас будем гулять, сейчас будем наслаждаться эстетикой Карелии. Обожаю Карелию. Я тут была еще где-то года 2-3 назад, наверное, может, и 4 года назад. Короче, давно очень была. Я хочу к тебе. Страшно! Мне кажется, что-то... А, мне не получается. Я хочу к себе забраться. Сейчас заберусь. Я заберусь. Ведь ты, Джессика, струм-трума. Все, я домой хочу. Я не знаю, положится ли мне, но я хочу забраться на скалу. Вау, как красивая. С белыми камушками. А я хочу забрать этот белый камушек и привезти в Питер. Какая красота, прям как в Майнкрафте. Ну ладно, идем в нормальный вход. Ребят, мы уже зашли в парк, уже очень жарко, прям вообще капец, голова печет. Уже очень жарко, и было жарко. Сегодня, да, очень жаркий день. Панамку одень, одень, ты прям горит, голова заболит. Мы пытаемся понять, где поесть, мы очень голодные. Если мы вот здесь вот с парковки зашли, то нам нужно ого-го-ого. Да, ребята, кстати, я еще знает. Она заставила бы меня выкинуть камни. Короче, мы сейчас там была такая скала красивая, мы сейчас с вами забирались. И я взяла камни, я прям огромный камень взяла, и еще два маленьких, они прям такие красивые, вот огромный камень меня, мама, если она увидит, она заставит меня выкинуть, скорее всего, ну вот, я просто очень хочу себе в коллекцию, я раньше, помню, собирала камни, сейчас не собираю, но хочу возобновить. Ребят, чтобы пойти поесть, нужно пройти через пещеру, ну там холодно, надеюсь, я надеюсь, что мы закалимся, охладимся, да, холодно, холодно, внимание, ведется видеонаблюдение. Привет, привет! А, ребята! Это мрамор, правда, настоящий. О чем-то оно напомнило, когда они в пещеру шли. Ребята, смотрите, какая штука. Ребята, это что? Я думала, там типа конец будет. Смотрите, как там глубоко, но люди кидают мусор, это не очень. Я боюсь за камеру, а то там камера будет плавать. Выходим из пещеры. Ребята! О, там люди, ребят, катаются на лодочках, я тоже хочу. Я надеюсь, мы тоже будем кататься на лодочках. Я тоже хочу поплавать. Мам, мы будем плавать, мам? А где мама? Где мам? Мам, мы будем плавать. Нет, там нет, пап, мы будем плавать. Со рыбками, смотри, как красиво. Здесь добывали мрамор, там... осталась вот такая яма, и она залилась водой и стала, видишь, карьер. Мы извиняемся за пересвет на камере, потому что очень солнечно, и нам самим глаза тоже слепят. Ля, какой мост! Еще бы если вода снизу была бы, как там, в пещере. О, а вот здесь уже вода снизу, ща. Когда мы были в прошлый раз, ребят, здесь не было парка, то есть здесь вообще было все открыто, просто ты стоишь на обрыве, можно было смотреть, а сейчас везде вот так вот все огорожено. Вау! Лицо на мраморе. А еще, ребят, смотрите, какого цвета вода, она прям изумрудная такая, по краям прям такая прям очень-очень зеленая. Идем кушать? Да, идем кушать. Ура! Осторожно, камеру не урони. Вот там едут. У тебя, наверное, такой звук будет реально в ушах. Сейчас мужчина будет прыгать с этой штуки, с тарзанки. О, смотрите, чайка полетела, как красиво. Рядом у меня аж сердце реально остановилось. Я просто смотрела даже. Я не знаю, это было реально стрёмно. Даже смотреть на это я точно не пойду. Хотя вот там девочка стоит в очереди, точно такого же возраста, как я, может, даже помладше мне. Мы нашли кафешку, ребят. Я хочу что-нибудь тебе выбрать. Ну как, хочу, надо. О! И вообще, чтобы наесться, можно взять Сочи. Очень вкусно будет слойка с брусникой. И красиво, и вкусно. Витушка с брусникой. Что мне брать? Витушку с брусникой, слойку с брусникой или Сочи? Я хочу витушку с брусникой. Мне кажется, будет вкусно. Это что? Положи. Я это нашла.
Она дала мне сумку носить, говорит, и вот это вот туда, ты что, обалдела? Ну это коллекция камней моя. Я не буду это носить. Ну посмотри, посмотри, какой он блестящий. Ты можешь на обратном пути это взять? Я не буду это носить, ты что, дурела? Ты носи сама, говорит, тяжелая, носи. Ура, ребят, наконец-то еда, кушаем все. Кто тоже кушает, приятного аппетита. Ну что, теперь отправляемся в приключения, кататься на лодках. Парк, смотреть природу и наслаждаться. А бомба. Не переключайтесь, все самое интересное впереди. Ребят, мы куда-то ушли, какая-то избушка, смотрите, реально избушка Кратоса, пойдемте туда. Я хочу в эту избушку зайти, вдруг там реально Кратос сидит, так белая гора, вау. Сейчас наберем камни, главное, чтобы мама не запалила. Вот сувениры, смотри, камень, да. Не просто камень, но там еще что-то есть. Пойдем посмотрим. Смотри, нет, написано, прямо. Нарисовано. Здесь написано, видишь, русский ал, она пой бабочка. Я хотя бы просто из дикой природы взяла камень. Вау, ребят, а это правда оно построено или это можно, типа, оно склеено, что ли, так? Вау. Хорошо, что пока не нашлось людей, которые это все сломали. Ребят, смотрите, мы нашли тут такое! Это разные, смотрите, во-первых, тут, смотрите, какие красивые башенки из камешков. И даже, смотрите, из деревьев сделали, и камней, и тоже такую композицию прикольную. Вот еще из камней. А это, смотрите, какая композиция, ребят. Это же такое лицо. Это лицо, оно разделяется на две половины. И еще вот это тут мотали проволокой. Белочка какая. Ребят, это из мрамора. Смотрите, какая женщина. Это все тоже из мрамора, ребят. Вот здесь вот пирамидки разные интересные. Под ногами, кстати, тоже мрамор, да, заметьте. Это что такое, ребята? Тут человек дерется какой-то змеей или дракон, это что? Ребята, это же лица на мраморе, смотрите. Как будто замуровали там. Да, и кого-то правда там замуровали. Это даже жутко немного. Все хотят от меня шоу. Ребят, мы бродили по лесу, нашли пещеру, и посмотрите, ребят, только там лед. Это же получается на улице так жарко, не знаю, мне кажется, градусов где-то плюс 30 уже, потому что реально очень сильно жарко. И это получается, насколько там должно быть холодно, чтобы в такую погоду был лед. Мы скоро туда пойдем, посмотрим на него вблизи. Я на самом деле уже хочу, потому что мне очень жарко, я сейчас сдохну просто. Ребята, смотрите, мы тут шли и нашли такое болото с головастиками. Смотрите, как их много, прям целое дно забито ими. А, кстати, по-моему, это не лягушки, а жабы. Потому что, смотрите, они такие толстенькие. Ребята, посмотрите, как тут красиво. Это итальянский карьер. И сейчас мы здесь будем делать фотосессию. Посмотрите, какие красивые срезы мрамора. Ой, я чуть не упала. Ребята, мы пришли на Тарзанку. Кстати, это не то, что мы снимали. Мужчина прыгал, вам было очень страшно. Нет, сейчас Саша вон так вот полетит, посмотрите. Вон так вот Саша полетит, там вот так вот сейчас будет. Саша, кстати, мне доверил, сказал самое дорогое, что у него есть очки. Саша сейчас будет над водой лететь, мне кажется, реально очень стрёмно. Ребята, пишите, ну, держите кулачки за Сашу, крестики, кулачки, все держите. Саша будет снимать на свой телефон, это мне очень страшно. Надеюсь, телефон не выпадет, тю-тю-тьфу. А, капец, ребят, капец. Я поехал! О май гад! Первые эмоции. Это было эпично. В принципе, это вообще не страшно. Но это, конечно, мега эпично. Не страшно. Блин, моя прическа. Она еще в полете просто вся взъерошилась. Сори за такое плохое качество съемочки. Я снимаю на свой старый телефон. iPhone 11 мне не доверили. Сказали, что я уроню. Хотя там уронить, в принципе, нереально мобилу. В общем, как-то так. Я не знаю, где я. Меня куда-то
бросили. Сейчас буду искать Машу и остальных. Ребята, мы сейчас будем спускаться на экскурсию в пещеру, ту самую, где был лед. А пока мы ждем экскурсии, я покатаюсь на качельках. Да, я вот так вот странно качаюсь, но мне так удобно, мне так нравится. Да, и, кстати, сказали то, что там 5 плюс градусов, то есть это вообще, это жесть. И сказали одеть куртки. Вот мы нашли вход, и сейчас мы пойдем наконец-то. Мне интересно, там действительно реально так холодно? Мне кажется, после такой жары мне уже ничто не будет холодно. Ребят, там, короче, люди выходили только с красными носами в одеяле и в куртке. А которые в шортах. Да, мы почти все тут в шортах. Мне кажется, мы сдохнем. Ребята, если мое последнее видео, то я умерла от холода. Ребят, сейчас мы будем одевать каски. Вот здесь вот у двери уже очень холодно. Дверь ледяная. Микрофон сломался, ребят, поэтому будем писать так. Ребята, я сейчас умру. Тут очень сильно холодно. Очень красиво. Ребят, очень интересно, очень красиво. Пишите в комментариях, вы хотели тут побывать. А, кстати, мы еще не дошли до самого интересного. Сейчас же будет еще озеро, а где лед будет. Это очень красиво, ребят. Вау, просто вау. Как себе контраст. Наверху было в футболочке было жарко, а здесь потихоньку выдыхаешь, пар изо рта идет. Тут даже вот отсюда можно посмотреть, ты как будто в другой мир просто. Они изо льда, это так красиво. Это просто завораживающий, суперский, у меня мурашки. Погреться. Здесь прям всего там правда две стороны такие. Это хвост да прям. Ребята, мы сейчас вышли. Первое, что я хочу сказать, смотрите, какой милый котик. Он настоящий, просто здесь лежит такой милашка. Ребята, было просто суперски. Мы были настолько глубоко, и так было красиво. И если правда задуматься, то, что мы были настолько глубоко под землей, это даже жутковато становится. Смотрите, какой у меня нос красный. Я замерзла. Было очень красиво, ледяные скульптуры. И, ребята, если посмотреть, вот когда доходишь до того озера, где лед, то можно посмотреть, правда, выглядит как будто две разные вселенные. Как будто снизу зима, а сверху лед. Это правда было очень классно. И когда включилась эта подсветка и музыка, все было просто настолько красиво, как будто в сказке побывала. И как будто реально в замке Снежной Королевы. Не в замке, а в подвале. В подвале Снежной Королевы. В хранилище. Я не знаю где. Ну, в общем, в логове Снежной Королевы. Было очень классно, очень красиво. Ребята, напишите в комментариях, хотели ли бы вы там побывать. Ребята, оказывается, мы не успели на лодочке, а уже 8 часов, они работают, оказывается, только до 7. Хотя странно, ребят, еще светло, тепло. Мы как раз специально ждали времени, чтобы не было такого пекла, чтобы не жарило прям солнце. Я считаю, что можно было кататься еще даже ночью, вечером поздним, потому что подсветка будет вообще будет красиво. Ребята, экстренное включение. Оказалось, что можно поплавать на пароме, зато не на лодочке, хотя странно очень то, что почему лодочки так до 7, а паром, на пароме можно. Зато хотя бы как-то поплаваем, зато руки не надо будет тяжесть на руки. Ребята, мы уже спустились, посмотрите просто. И на меня надели жилет. Мы поплыли. Ребят, смотрите, вон та решетка, где мы грелись там в пещере. И тут теперь мы плаваем. А, ребят, смотрите, мы заехали прямо сюда. Почти в пещеру.
Жалко, я не смогла дотронуться рукой. Может быть, была чуть повыше дотронулась бы, я почти там почти дотронулась. Я делала ему вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечность, вот идиот. О-о-о-о-о. Разрывай, мои, мои. Есть такая акустика, такое эхо. Вау! Подпишитесь на мой YouTube-канал! Ребята, самая настоящая чайка, смотрите, она еще и рот открыла. Она в офиге. Офигеть. Ари. Ну все, ребята, это был просто прекрасный день, один из самых лучших дней в моей жизни. Мне очень понравилось. Я обожаю, на самом деле, отдыхать на природе. Кстати, мой день рождения тоже был, помните, я была примерно в таком же курортном месте. Было очень классно, и сейчас тоже было очень классно. Я обожаю так отдыхать, обожаю отдыхать на природе. Надеюсь, вы тоже. Пишите в комментариях, какие у вас планы на лето и куда вы поедете этим летом. Это прекрасный день. А мы пойдем сейчас кушать, заказывать еду и уже поедем обратно домой. 4 часа ехать. Почти 5 часов. 4:30.